Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y16. И сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery. Итак, если вы попали в режим Recovery, то для того, чтобы вам выбраться, достаточно будет нажать на кнопочку Restart. Здесь у нас работает сенсор, так что можно просто нажать. Нажимаем ОК. И телефон должен перезагрузиться. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.